Всем привет, доброе утро. Скажи привет. Не будешь говорить? Мы сейчас с Давидом завтракаем, у нас кашка. Что там у тебя на завтрак? Кашка, подвинь ближе к себе. Кашка с бананом и с малинкой, да? Вкусная кашка, скажи. Мама там на плите варила кашку, да? Вкусная кашка, Давидуль, и насыпала. Ну скажи, тебе вкусно? Да, малину я сама замораживаю на зиму, все вообще ягоды замораживаю, потом с Давидом кушаем каши зимой со свежими ягодами, да? Да, моя умничка. У нас сегодня суббота, мы сейчас покушаем, позавтракаем, ну что, поздний завтрак уже, 10 часов. Ну, Давид с утра не очень ест, как только проснется, ему надо, чтобы часа 2-3 прошло, да, он проголодается. А так, если с утра куда-то бежим на 8, на 9, вообще в него ничего не впихнешь. Максимум печеньку он съест и все. Да? Про тебя рассказывай. А ну покажи, как ты кушаешь кашку. Вот умничка. Да. В ротик надо кашку положить. Ну-ка, кушай кашку. Выше поднимай локоточек. Вот умничка моя. Ну, обычно он с ним съедает половину порции, потом его докармливаю я. Ну, с папой он ест лучше, с папой он съедает все. А со мной знает, что мама пожалеет и докормит моего масика. Вот. Пойдем гулять. Пойдем гулять с папой. И самокат возьмем, самокат. Да, самокат возьмем. Это он говорит, где? Где самокат? В тамбуре, да, дверь откроем и возьмем самокат. Да? И поедем и закроем. И поедем на уличку гулять. Кто тут уже сидит, балуется? Ты, да? Мама разговаривала по телефону. Да, папа нам позвонил. Папа домой уже идет. Да? Будем папу кормить. Да, папа туда сядет и будет кушать. Мы сегодня хотим съездить. Поедем к тете Лене. Поздравляю, ты помнишь тетю Лену? Да, ты. У меня у подруги день рождения было на этой неделе. Хотим съездить поздравить ее. Не знаю, получится, не получится, если возьмем машину у папы мужа, то поедем поздравим. Если нет, то завтра. Вот. Такие планы на сегодня. Да, Давидулькин? Ротик закрывай. Моя умничка. Что такое? Ты хочешь мамы тебе? Ой, мой золотой ребеночек. Ты золотой? Любовь у нас тут с утра. Да? А вчера мы с тобой ругались, да? А сегодня любим друг друга. Ой, там язычок только прячь.
пока мои мужчины сладко спят, я здесь готовлю тыквенный суп-пюре. Со сливками будет. И сейчас хочу попробовать первый раз делать блинчики на сыворотке. Ни разу не делала. У меня слазь сыворотка с крема, который на торт Давиду делала. Красивые ажурные блинчики получаются. Кстати, очень легко отходят от сковородки, не прилипают. Хотя у меня сковородка уже не очень. Вот, осталось попробовать. Проснется сейчас Давид с папой и будут и оценят рецепт. Дедулька. А, ну покажи, как ты кушаешь блинчик. Давай пробовать, да. А ну кусай. Да, кусай. Угу. Да покажу, я тебе покажу. Давай кусай уже. Ну как блинчик? Вкусный? А? Давидуль? Нет? А может да? Да. Сейчас я буду пробовать. У меня и творог, сметана у нас, варенье бабушкино с малины. Ну, как тебе блинчики, папа? Вкусные. Ну, нравятся мне больше другие немножко. Какие только блины не делала. И на молоке, из цельнозерновой муки. Ему только нравятся блинчики по рецепту моей мамы на воде. Можешь снять этот рецепт, показать вам. Вытереть надо. Папа, вытри, скажи. Сейчас папа вытрет тебя. Да? Сейчас покушаем и поедем на машине. Ты поедешь на машине? Ой, где машина? Спит, да. Сейчас возьмем у дедушки ключи и поедем. Тетю Лену поздравлять, да? Кусай блинчик. Кусай. Да. А ну, макни. Кусай давай. Молодец. Все, мы уже приехали домой от подруги, поздравили ее. Ей вроде понравилось. Покормили Давида дома, оставили на бабушку, мою маму. И сейчас поедем с мужем в баню. Уже не были, наверное, целый месяц. Вообще, первый раз в баню я попала, наверное, год назад. До этого вообще ни разу не было. Ну, как-то муж меня подсадил. Вот, и я вообще боялась, что мне будет плохо первый раз, у меня вид сосудистая дистония.
давление всегда низкое, иногда даже в ванной, если горячая вода, становилось плохо. Но раза с третьего, наверное, в бане, ну, то есть мы по чуть-чуть начинала я, понемногу сидела, там по 2 минуты, и температуру у меня муж не делал высокую. Вот, и с третьего раза, наверное, где-то я уже нормально выдерживала, сидела со всеми. В общем, очень мне нравится. И даже стало лучше мне с давлением, как-то повысилось, плюс еще спортом начала заниматься. Поэтому, если не были ни разу в бане, советую. Вот, и морально как-то разгружаешься, отдыхаешь, и вместе время с мужем проводишь. В общем, все в одном. Вот. Спасибо вам за просмотр. Если вам нравится смотреть нас, поддерживайте нас пальчиком вверх. А на сегодня буду с вами прощаться. Пошли мы отдыхать, париться. Бабушка уже уложит Давида спать дома. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.